Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 сентября. Только что я вам показывала лимончики советские. И вот сейчас подошла к сорту полосатый шоколад, который интересует тоже очень-очень многих, потому что этот необычный черноплодный такой сорт полосатый, очень красивый, очень сладкий. В прошлом году я много внимания ему уделяла, описывала его, дегустацию показывала. Сейчас я вам показываю для того, чтобы показать, что этот иностранный сорт и вот в такой поздний период остается весь здоровый. Вы видите, что плоды все здоровые, нет больных абсолютно, никаких ни гнилых, ни больных. Смотрите, вы видите, что он у меня не весь спелый. Спелые только нижние части, и внизу я по одной, по две всего убрала. Дело в том, что вот эта вот грядка, которую я называю иностранный легион, я высаживала ее в самую последнюю очередь. Какая-то часть огорода сейчас... Я вам уже показывала, что я уже и очистила, тут уже и перегной немножко положен, что большинство томатов я уже убрала. Не убрала вот эту грядку, которую я высадила в последнюю очередь, Надюха бегает, и не убрала те томаты, которые хочется, чтобы они вызрели на кустах и приобрели вот этот неповторимый вкус, который появляется только когда томат вызревает на материнском кусте и на солнышке. И вот у нас полосатый шоколад, вот этот номер 145, у меня попал как раз в число тех последних, которых я высадила поздно. Но это еще лишний раз можно возможность понаблюдать за ним, как он чувствует себя в то время, когда у нас низкие температуры ночные, когда у нас вот эти холодные росы утренние, как он в сибирском регионе на все это реагирует. Потому что очень многих интересует, можно ли высаживать вот эти иностранные, заграничные сорта не в теплицу, а в открытый грунт, и именно в суровых условиях, вот в таких, как у меня, сибирский регион. Тут же весной было очень холодно, сейчас ночами холодно, сейчас у нас дожди, все уже это сырость, но полосатый шоколад прекрасно себя чувствует. Смотрите, какой красавец тоже. Сейчас только что показывала советский, такой же в руку не влазит. И вот такой же американец, полосатый шоколад вырос. Такой же расцветки где-то там растет. Странная вещь девушки, которую вообще впервые я посадила. Я не вижу между ними никаких сильно различий. Тоже такая же полосатая, тигровая. Будет, если время, я покажу. Как вы видите, сейчас я очень-очень загружена. И вот вместо 5-6 роликов ежедневных, как обычно, я выдавала. Сейчас у меня 2-3-дневные перерывы. Это только потому, что я занимаюсь заготовкой семян. Заготовка подходит к концу. Но, как вы видите, еще есть из чего выдавливать семена. Вот такие экспонаты еще добрые, хорошие висят. И я именно добиваюсь, чтобы они созрели на кустах, чтобы получить полностью созревшие такие полноценные, полновесные семена, у которых будет прекрасная всхожесть. Кстати, с сегодняшнего дня я заявки в свободном доступе уже не принимаю. Там буду... Тех, кто успел, буду сама с ними потом переписываться. Так что прием закончен. Теперь мне нужно доделать заготовку и буду помаленьку собирать ваши заказы. Все, до свидания.